сегодня у нас на обзоре корейский бизнес-класс. Это Daewoo Spera 99-го года выпуска. Вообще примечательно, что эти машины выпускаются с 90-го года. И это одна из тех редких марок, которая заслужила уважение среди автолюбителей даже в самой Великобритании. Они выпускались с правым рулем, шли на экспорт. Сами машины выпускались не только в России, в Корее, но и в некоторых других странах. Вот. А главной особенностью данного автомобиля является то, что вы можете в пределах 100 тысяч купить его в вполне живом состоянии. Конечно, он будет уже потрепанный, но это будет ваш бизнес-класс в пределах 100 тысяч рублей. Вот. Так, начнем, наверное, обзор с того, что здесь дизайн разработан итальянской компанией Bertone. В принципе, для тех времен, для 90-х годов, а разрабатывать его начали еще до 90-х годов, это вполне достойный дизайн тех времен, такой достаточно плоский, ну как и многие автомобили того времени, плоский, немножко агрессивный, но в то же время без каких-либо излишков. Естественно, до нашего времени машина уже дошла явно в потрепанном состоянии, и уж сколько получается, если она 99-го года и 17 лет, тут уже приколхожены наклеечки турбо, естественно, никакого турбо тут нету. Вот, по салону достаточно хорошо сделано, видно, что не самая дешевая машина. Вот когда-то она стоила 14 тысяч долларов, ну в те времена и курс доллара, конечно, был другой, но однако BMW в те времена стоили примерно 40. Вот, я думаю, начнем сейчас с двигателя сначала. Ну, это нормально. Здесь уже все отломано, но, слава богу, есть технологические отверстия, в которые также можно вставить эту тягу. А мы вообще вот так сейчас сделаем. Вот. Что у нас под капотом? Под капотом у нас, грубо говоря, опелевский движок. Вообще, данный автомобиль выпускался с тремя двигателями. Это был 1.5, 1.8 и 2-литровый. В нашем случае это 2 литра, один из самых распространенных двигателей в России для данной модели автомобиля. Вот, и самый, в принципе, успешный. Здесь всего 105 лошадиных сил. Также есть версии, где не 105, а уже будет 110. Он немножко доработанный. Также сама фирма Daewoo внесла ряд некоторых изменений в данный двигатель. То есть это не просто взяли Opel и поставили. Но вообще по двигателю то же самое, что и у кадетов у многих стояло. Вот эта крышка, она постоянно у всех сопливит. Масло, видимо, сюда не заливает, потому что здесь вот крышечка масляная у нас завязана. Ну, узелок, не знаю зачем, но зачем-то завязано. Вот. Здесь стоит кондиционер. Вот от кондиционера баночка стоит, похожая на что-то космическое. Сам кондиционер в данном автомобиле не работает, но там просто надо релюшку одну поменять, и все будет хорошо. Это все скоро сделается. А вот так, в принципе, один из самых надежных двигателей. Он уж проехал 300 тысяч где-то. И, в принципе, проблем с ним никаких нет, и особо даже про него рассказывать нечего. Кстати, двигатель 8-клапанный, не очень мощный, всего 105 лошадиных сил, но однако с большим запасом прочности и надежности, и как бы неприхотлив ни к топливу, ни к чему-либо еще. О. Так, по багажнику. Сейчас мы багажник откроем. Значок съезжает. Ну, естественно, здесь замки зажигания меняные, поэтому ключи уже другие. Нормальный такой багажник, можно запихать, только вон есть лючок, чтобы возить что-то длинное, какие-нибудь доски или лыжи, или еще что-нибудь. Тут, естественно, масло, ой, антифриз точнее. Что это за масло? Многослойная линолеумовая шумоизоляция, родной щиток для инструмента из пенопласта. Ну и под ним, вон там в глубине еще и запасочка лежит. Ну, естественно, инструменты с собой надо возить, машина старая. Так, задний ряд. Начнем не с переднего, а с заднего ряда. По заднему пространству салона здесь все на самом деле реально очень-очень просторно. Переднее сиденье сейчас отодвинуто на максимум, потому что я люблю так ездить. Тут у нас есть подлокотничек такой, за подлокотником там лючок есть. Сейчас мы его попробуем открыть. Вот лючок. Какая-то... А, смотрите, как классно сделано. Когда вы что-то грузите из багажника, это что-то у вас улазит вот в такой вот длинный рукав. Если, например, вы грузите грязные лыжи, лыжи, ну, снег с лыж не будет попадать ни в машину, никуда. Вот, блин, кстати, классно, первый раз такой вижу. Чуть запихаем обратно. Блин, реально не ожидал такого увидеть. Естественно, тут у нас есть поисковый фонарь.
Владелец машин любит кого-то постоянно искать. Вот огромнейшая задняя полка. Просто огромная сюда. Наверное, можно человеку было бы маленькому, какому-нибудь худенькому залезть, потому что он рука уходит достаточно далеко. Вот. Что, вперед пойдем? Салон у нас достаточно такой подходящий под описание бизнес-класса. Просто он достаточно старый, древний, но однако все-таки бизнес-класс. Здесь у нас панель приборов, в которой уже нету стеклышка. Можно вот так вот скорость себе накрутить, 230 поставить. Уже в те времена здесь стояли за эти деньги регулировки зеркал. Все работает, все регулируется. Можно, ну, стеклоподъемники все 4, можно блокировать двери. Вот они блокируются. Окно тоже можно заблокировать, чтобы никто ничего не открывал. Стоит здесь климат-контроль, здесь, конечно же, еще не было в те времена, но здесь уже есть рециркуляция, кондиционер, крутилочки различные. Кстати, печка здесь вроде как, все это управление происходит за счет вакуума, который берется с двигателя. И вот эти поршня, которые заслоночки двигают, они управляются как раз этим вакуумом. Система очень надежная, а главное, что вакуум там создается достаточно сильный, вот, и усилие очень сильно. То есть нет такой проблемы, что там будет у вас западать, застревать эти заслонки. Все работает до сих пор, никто никуда не лазит. Очень интересно регулируется интенсивность работы дворников. Такая вот кнопочка, она выстреливает, вы можете повернуть, настроить, засунуть ее обратно. Вот, ну, аварийка, противотуманки. Вот. Слева регулируется подсветка. Сейчас посмотрим. Она уже сломана, видимо. Ну да ладно. Руль регулируется у нас тоже вверх-вниз. Кстати, очень забавно регулируется, потому что сама вот эта ось регулировки находится не как обычно, где-то там далеко по панели, а вот прям вот. Вот здесь. На самом деле удобно. Сиденье тоже регулируется по высоте, можно его поднять, опустить. Вот, с этим вообще проблем никаких нет. Вот корректор фар в очень интересном месте. Почему они сделали его именно здесь, я не знаю. Но вот сделали вот почему-то именно здесь. Кстати, слышно, как работает, значит, все работает. Вот, пепельница. Ну, коробка здесь переключается стандартно, как у многих Опелей, например. Вот тут вот есть кольцо, чтобы включить заднее, вам надо зажать кольцо. И только после этого у вас включится заднее. Вот, вот так. Он без кольца не включится. А вот тут у нас привет из 90-х. Наверняка у вас был магнитофон, в котором вот так вот переключались. Ну, кассетный магнитофон, в котором вот так вот все переключалось с такими кнопочками. И тут тоже так сделано. Тут часы у нас. Они сейчас должны, наверное, засветиться будут. Да, вот часы засветились. Часы еще работают. Так, по бардачку. А, кстати, из крутых фишек здесь очень интересно сделано, как на BMW, на пятерке, на старой, ветродуйка переходит из панели вообще по воздушному каналу, выводится на стекло, это способствует тому, что у вас лучше обдув стекла, не запотевает стекла. Также вот тут вот есть такая вот, ну типа как, я не знаю, руку, конечно, сюда вряд ли, но если вы высокий, конечно, ваши плечи высокие, вы положите руку, вам будет удобно, но на самом деле руки все равно все вот тут у своей возят. Вообще очень хорошо сделан. Тут вот видно, у нас вот идет переход воздуховода. Все это работает без проблем. Также с правой стороны. Ну, самый главный плюс этой машины, то, что здесь на самом деле действительно очень много места. Что на заднем сиденье, что на переднем. Бардачок у нас достаточно маленький. Кстати, бардачок, смотрите, запирается. Можно в нем, как в любом бизнес-классе, возить какие-то якобы важные документы, которые у вас в бардачок не влезут, если это А4 лист. Он будет упираться. Здесь два у нас подстаканника есть. Очень удобно под большой стакан, под маленький. Кстати, стаканы ставили, вот прям маленький идеально встает, если вы в каком-нибудь кафешке в шурмячной купите, вот, то очень удобно. Кстати, очень продуманно, если стаканы что-то вытечет, туда внутрь ничего не утечет, можно тряпочку промокнуть, вытереть, и будет, в принципе, вам счастье в жизни. Как и в любом бизнес-классе, у нас есть подлокотник. Ну, есть, короче, подлокотник здесь. Ручник облезлый, драный, я не знаю, вот... Моего собаки дома подстилка еще более презентабельнее выглядит. На самом деле, учитывая то, сколько стоит эта машина, конкретно этот автомобиль владелец купил всего за 90 тысяч рублей. Ничего здесь делать не надо, он на нем ездит вот, по снегу, по бездорожью, немножко чиркает днищем. Ну, ему на самом деле пофигу, потому что 90 тысяч. Зато без кредита, бизнес-класс, удобная машина. Просто старая, потрепанная жизнь.
по потолку. Потолок здесь из какого-то брезента, который, судя по всему, отлично моется. Моется здесь все. Вот эти стойки, они вроде как... Нельзя сказать, что они очень жесткие, но здесь реально моется все. Можно машину Эйнескархера помыть. Единственное, что сиденье жалко будет. Вот. Сиденье заднее у нас без чехлов, переднее, естественно, в чехлах, потому что спереди гораздо больше износ сидений всегда есть и был. Вот. Естественно, тут всякие вот такие вот прибудки, какие-то шкряблки. Ну, как в любой старой машине, полно всего интересного. И чинится, в принципе, вся машина, как я понял, одним только вот этим вот ключом вот разводным, который подходит ко всем гайкам, какие только есть. Так, сейчас немножко прокатимся, посмотрим, какая динамика у машины. О, шикарно завелась. Чувствуется, что 2 литра, судя по объемности звука, выходящего из этой старой выхлопной трубы. На самом деле шикарный автомобиль. Блин, и усилитель, кстати, офигенно работает. Можно вообще одним пальцем крутить. Так, наверное, печку включить. Чем мы здесь мерзнем? Кстати, печка, слушайте, какой звук офигенный сейчас будет. Печка прям шпарит. Вот что в этой машине одна из таких положительных характеристик, то здесь офигеннейшая печка, она прям вот как в сауне в какой-то. На самом деле, когда я езжу за рулем, понимаю, что здесь как бы действительно 2 литра, всего 105 лошадей, но все равно эти 2 литра как бы чувствуются. Нет такого, что она как трактит, как кадет, например, на таком же движке только 1.3 у которой. Тянет она, на, в принципе, на всем диапазоне вращения двигателя, то есть можно и на малых оборотах ездить, и на больших, тут как бы вообще проблем никакой нет. На самом деле жалко, что не работает спидометр, сейчас посмотрели бы, за сколько она разгоняется до сотки, потому что по ощущениям она прям тащит. Да, она, конечно, вся гнилая. Так, на этом мы сейчас подведем небольшой итог. Если у вас есть примерно 100 тысяч рублей, там может быть чуть поменьше, и вы не хотите покупать что-то отечественное, например, какую-нибудь десятку или ну, какие-нибудь Жигули, вы можете, в принципе, рассмотреть вот такой вот автомобиль как потенциальный объект покупки. Вот, за эти деньги вы получите корейский, в принципе, качественный бизнес-класс. Нельзя сказать, что у этой машины она вся разваливается или еще что-нибудь. Естественно, будут косяки, косяков будет много. Все косяки будут, скорее всего, связаны у вас исключительно по косметике, потому что косметическим ремонтом таких автомобилей, как правило, никто особо и не занимается, потому что, ну, не тот бюджет денег, чтобы ее там нализывать. Ну, есть и любители нализать машину. Вообще, вы получите, скорее всего, вот такие вот последствия эксплуатации. Везде будут какие-то вот оторванные молдинги, надпись CD, потом что еще, будет везде ржавчина, но опять же, стоит учитывать то, что все вот эти недостатки, они как таковой не влияют на ее какие-то ходовые свойства, это чисто косметические проблемы. Двигатель здесь реально очень надежный, несмотря на то, что его перегреть достаточно тяжело, это 8-клапанник, там нет ничего сверхсложного, вот. Еще не было в те времена таких сложностей. Вы получите большой багажник, что, в принципе, что тоже немаловажно. Вам не будет абсолютно не жалко, если вы заденете где-нибудь порогом. По проходимости она тоже нельзя сказать, что это чисто городской автомобиль. Мы вот сейчас ездили по лесу, заезжали во всякие ямы. Ну, у нас резина достаточно злая стоит, но не столь важно. Суть в том, что на данной машине можно спокойно на дачу ехать и не обязательно ездить по дорогам, скажем так, для бездорожья это, конечно, не подходит. Ну и, в принципе, дизайн у нее не очень убогий, несмотря на то, что это корейская Deo, но, тем не менее, можно рассматривать ее к покупке. Что касается вообще новых запчастей, здесь нет никакой проблемы, как бы финансовой, так как на нее даже оригинальные запчасти, так как это Deo, стоят реально каких-то копеек, даже в большинстве случаев дешевле, чем на вас. Вот. А если покупать не оригинал, то там еще дешевле будет, но, как правило, никто мне не покупает не оригинал, потому что и оригинал корейский тоже хороший. Вот. По салону будет у вас просторный салон, и, в принципе, вы будете ездить, возить друзей, катать бабушку на дачу, отвезете, никаких проблем нет. Лыжи можно возить, тоже удобно.
Вот, ну, на этом, наверное, все. Как бы подписывайтесь на канал. Если вы хотите увидеть какую-нибудь машину дальше на обзоре, можете там в комментах написать. Мы попробуем снять именно эту модель. Ну, а так, все. Всем удачи, всем пока.